На форуме присутствовал министр иностранных дел. Протесты Киева против поездок руководства России в Крым. И вот эти проблемы, это проблемы самого Киева. Так заявил глава МИДа в эксклюзивном интервью Лайфу. Они же это делают регулярно. Что делать? Мы с этим никак не можем бороться, потому что нас это не интересует. Это наша земля, и руководство России имеет право посещать свою территорию без чего-либо разрешения.